Эксцентриссимо. Увидеть себя во сне богатым к банкротству, пишут в сонниках. Так что вряд ли олигархам когда-то снились деньги, они сразу появлялись наяву. И теперь дают им возможность спать спокойно, платя налоги или даже уклоняясь от этого. Дела идут своим чередом, есть время на отдых. Илон Маск, например, спит 6 часов, нарушая правила лечь спать не в тот день, когда надо вставать. Времени с часу ночи до 7 утра ему, правда, для отдыха не хватает. Поэтому он потом целый день пьет колу и кофе, чтобы взбодриться. Самый богатый человек в мире Билл Гейтс спит с полуночи до 7 утра, а во сне, наверное, видит то, о чем прочел накануне. У него каждый вечер литературный час и целый список книг на месяц вперед. А предприниматель Уоррен Баффет вообще в этой жизни никуда не торопится. Так и дожил до 90 лет уже, спит по 8 часов в сутки, сколько ни один крупный миллиардер себе не позволяет. Потом занимается своими биткоинами и вообще по жизни спокоен. В лаборатории L'Occitane почти полвека изучают возможности наиболее эффективного использования сил природы в борьбе за красоту и молодость. Ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи» помогает восстановить кожу во время сна, устранить последствия напряженного дня и подготавливает кожу к нанесению других средств. Идея ночного обновления заключается в том, чтобы помочь коже избавиться от негативного воздействия окружающей среды и к утру выглядеть отдохнувшей. Не забывайте о качественном сне и питании, а о красоте позаботится L'Occitane, производитель натуральной косметики из Прованса. В Кирове продукция представлена в ТЦ «Европейский» на первом этаже. Если вы ищете достойные подарки партнерам или близким, подумайте о L'Occitane. Эксцентриссимо.